Открытие первого в Беларуси сучасного лесонасенного комплексу – подея знаковая, соправдный крок у будущего. Урочистость собрала шмат гостей, сярод яких вице-премьер Беларуси Михаил Русы, министр лесной господарки Виталь Дража, представники Сусветного банка, областных улад и лесгасов из усіх областей краины. Замест звычайной червоной стужки тут зеленая и живая, а замест ножниц – сякеры. Раз, два, три! Сучасный лесонасенный комплекс у Ивацевичах побудованы всего за 10 месяцев. Его могутность – каля 2,5 миллионов сеянцев у год. У якости приклада взяли финский опыт. Сегодня это самые новые технологии, которые есть в этом направлении в мире. Мы вот здесь их применяем. Компьютерное управление, минимальный расход, максимум отдачи. Это создание лесов будущего. Это мы знаем, что мы высаживаем, с каким генетическим потенциалом, сокращены сроки выращивания. Данные технологии позволяют нам высаживать тот генетический потенциал, тот породный потенциал, который нам надо иметь в наших лесах на 25-30 лет вперед под созданные наши перерабатывающие предприятия по тем техническим и технологическим характерам. Это весьма эффективный проект. Насенне тут отрывливаюць с шишек хвои и елки с полепшенными генетичными якостями. Отбирают самые лепшие с высокой усходжестью и высевают у кассеты со специальным субстратом. Потом сеянцы трапляют у одну из четырех сучасных тяплиц. Это, будем говорить, такой наш маленький лесной роддом. Вот здесь они появляются первые всходы в теплицах. Здесь мы производим полив и подкормку удобрениями на стадии всходов. Ну и, соответственно, определенный климат в этих теплицах поддерживается, соответствующие лучшие условия для сходов семян. Новые технологии выгодно отрозниваются от традиционных методов выращивания лесу. И не только тем, что термины отрывания саджанцев сокращаются в 2 раза. Это отличие, в первую очередь, приживаемости и количества высаживаемых растений на гектар. Потому что технология открытого грунта, мы садим на 1 гектар порядка 5-7 тысяч штук, уже заранее закладывая те, которые отпадут по естественным причинам, потому что там сеянец без грамма субстрата, а здесь мы высаживаем 2,5-3,5 тысячи на гектар и достигаем практически 100% приживаемость. Будовництво сучасного лесонасенного комплекса у Ивацевичах стало махчимым за кошт пазыки Сусветного банка. До речи, помеж им и Министерством лесной господарки Беларуси было подписано погоднение об улучшении додатковой пазыки. В Украине будет побудовано еще 5 таких комплексов. В ближайшем часе у Витебской и Минской областях. Змены у климате закранули усе краины. Для того, как с ними бороться, потребны древы. Тому Сусветный банк вельми счастливы, что может финансовать гэты проект. Посадка памятной липовой аллеи завершила урочистое открытие лесонасенного комплексу и одночасово распочала республиканский тыдень лесу. На Брэшине по час этой акции плануется высадить каля 2,5 миллионов новых древ. Алена Ракуця, Ліса Грыгарчук, Юрий Титоут, телерадиокомпания Брест.